Вот уже 16-й год созывает колокола Воскресенского собора гостей на гостеприимную Алексеевскую землю. Но если оглянуться назад, то можно вспомнить, что в 2003 году была установлена первая звонница, и впервые в районе был произглашен колокольный звон. И сегодня фестиваль «Колокольные звоны» уже давно перерос в масштабы района. Он стал своеобразной нашей визитной карточкой, и, боюсь этого слова, уже визитной карточкой и нашей республики. Уважаемые дорогие алексеевцы, от имени президента Республики Татарстан Рустама Магомедовича Миниханова, от имени Государственного совета и правительства Республики Татарстан сердечно поздравляю вас с этим замечательным, подлинно народным праздником, фестивалем колокольного звона, который уже в 16-й раз проходит на гостеприимной Алексеевской земле. Это еще одна уникальная площадка межкультурного диалога, способствующая миру между народами, духовному возрождению православных традиций, колокольных звонов, выявлению новых талантов и коллективов. Это событие, обращенное к широким слоям слушателей, и к молодежи, и к представителям старшего поколения. Это праздник, призванный сохранять и развивать искусство православного колокольного звона как нематериального культурного наследия России. Фестиваль «Алексеевские перезвоны», ставший уже доброй традицией в нашей республике, обрел всероссийскую известность. Подтверждение тому участники фестиваля, представители Русской Православной Церкви, прихожане, преподаватели и воспитанники различных школ колокольного искусства, прибывшие сюда сегодня из разных уголков нашей страны и из-за рубежа. Дорогие друзья, хочу выразить слова благодарности руководству района, его жителям и гостям за желание и умение поддерживать и сохранять народные традиции. Уверен, что сегодняшний праздник принесет всем хорошее настроение, заряд бодрости и оптимизма. Желаю всем успехов и процветания, а этому замечательному фестивалю долгих лет жизни. С праздником! Уважаемый Алексей Валерьевич, просим вас вручить благодарность Комитета министров Республики Татарстан благочинному Алексеевского благочиния протоиерею Павлу Чурашову за многолетний благотворный труд и значительный вклад в дело духовно-нравственного возрождения и укрепления мест профессионального согласия в Алексеевском муниципальном районе Республики Татарстан. Благодарность Комитета министров Республики Татарстан вручается Метельковой Елене Михайловне, режиссеру нашего фестиваля, за многолетний плодотворный труд и большой вклад в развитие культуры Алексеевского муниципального района Республики Татарстан. Благодарим вас. Дорогой владыка, просим вас благословить наш фестиваль. Уважаемый Алексей Валерьевич, Сергей Анатольевич, отец Павел, владыки, Мефодий, Феофан. Первое, что хочу сказать, это передать благословение и пожелания доброй молитвы нашего уважаемого, любимого владыки Феофана, митрополита Казанского и Татарстанского, который, к сожалению, не смог быть сегодня с нами, но он молится и передал это поздравление и пожелание. У Бога нет живых и мертвых. Во всех живет Христос. Сегодня 16-летний юбилей нашего торжества. И сегодня мы собрались здесь, чтобы в очередной раз для себя отметить, кто только начал жить, кто живет уже больше и кто живет уже очень много и достойно. Здесь все таковые. Именно отметить то, что
кваком звонят колокола. Звонят по тем, которые ушли в мир иной, оставили здесь хорошую святую память, которую мы с вами унаследовали. И вот именно звуки колоколов помогут нам просветиться. И как говорили предки и праведники наши, так когда просветится свет вас пред человеки и видят ваши добрые дела, и Бог благословит ваши благие начинания. С праздником! И да благословит Господь нынешний праздник колокольного звона вовеки и на пользу нашу. Аминь. Фестиваль благословляется открытым. Звонят колокола. Пирамидку поставят. Три человека. Вот. Им начнется разговор. Сейчас. Вот там сразу выстраивают пирамидку, он где-то стоит, он сказал.
Полная и достоверная информация о Республике Татарстан. Информационное агентство «Татаринформ».